Пронзительную короткометражку о том, как юноша победил свой страх, показали на кинофестивале в Новосибирске. Фильм снят в Республике Алтай, режиссер из Санкт-Петербурга. Картину продемонстрировали в рамках кинофестиваля «Народов Сибири», который проходит при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Александр Сульдин был среди зрителей. У этого парня кличка Трико, что значит трус. Боится объезжать коня, а значит не может называть себя мужчиной. Побороть страх, совершить настоящий подвиг, ему помогает трагедия. Пронзительная история трогает, казалось бы, далеких от деревенской жизни студенток. Екатерина Ахрамеева учится на 5-м курсе, будущий педагог начальных классов. Да, мы проживаем все вместе, но мы не так близко к этим народам, мы не знаем их культуру. Этот показ в рамках кинофестиваля «Ада Чирсуу». Более десятка работ авторов из Бурятии, Горной Шории, Республики Алтай, Хакасии. Документальные и игровые фильмы, полный и короткий метр. Для этих студентов сегодня еще и необычное занятие. Такой семинар, способ узнать об обычаях, традициях и истории коренных народов Сибири. И в итоге лучше понимать тех, кто живет рядом с нами. Самые разные истории, от бурятской дивизии, защищавшей Сталинград, до судьбы котенка. Все с национальным колоритом и атмосферой. В фильмах есть что-то такое живое, что оно именно трогает душу. Это живые очень фильмы, они очень жизненные фильмы. Фестиваль проводят во второй раз при поддержке Министерства регионального развития Новосибирской области. Заключительные показы завтра. Уже скоро организаторы начнут формировать программу на будущий год. Александр Сульдин, Алексей Баженов, новости ОТС.